Всем привет! В перерывах между созданием историй я тоже иногда люблю послушать страшилки. И хочу вам порекомендовать один очень интересный канал – «Банши. Страшные истории». Автор пишет собственные истории, которые можно не только слушать, но и смотреть. Особенно зашел рассказ, что скрывают нейросети. До встречи на канале «Банши». Ссылочка в описании. Молодой человек шел с работы домой. Было уже довольно поздно, и он решил срезать путь через парк. Тут он заметил впереди странную женщину. Она сидела неподвижно на скамейке. Иногда ее голова вздрагивала, но она сидела так, как будто непрерывно смотрела только в одну точку. Странное. Наверное, болеет чем-то. Старость не очень приятная штука. Тут она кашлянула, и парень услышал странный звук, похожий на хруст. Он обернулся на звук и был крайне удивлен, когда увидел, что она все так же сидит к нему спиной, но на другой стороне скамьи. А? Странно. Она же... Постояв так немного, он пошел дальше. Должно быть, не разглядел ее лицо просто. Иначе как бы она оказалась на другой стороне скамьи? А? Что за... Впереди него сидела все та же старая женщина. Она также сидела спиной и молча смотрела в одну точку, практически не шевелясь. Парень медленно обошел эту скамью. Теперь уже он точно хотел увидеть ее лицо. Поэтому все время смотрел на ее голову. Он опять услышал этот страшный звук хруста. И потом увидел лицо этой женщины. Точнее, его отсутствие. Спереди также были волосы. Как будто ее голова снова была повернута к нему затылком. Что за... Тут голова ее немного дернулась, и он услышал. Хочешь увидеть мое лицо? Тогда поверни свое. А? Ее голова. В ночной тишине парка раздался громкий хруст шейных позвонков.